закрываем дом, едем на тракторе, с клуб поедем. Идет снежок, а мне надо сейчас прогрею чуть-чуть трактор, чуть-чуть его прогрею, прогрею гидравлику. Надо будет мне на тракторе, там сейчас лопату опущу и пошире буду ездить, пригладить снег, который там есть. Я там чистил, но снег идет, снег. Короче, надо, чтобы его... О, лучше, больше снег пошел, чтобы его пригладить, прибить. Проеду раз 5-6. Приглажу одним словом. Сделаю. Облагорожу вот так вот. Ну все, друзья, кстати, дверь поставил я. Вот она. Стоит. Дверь стоит, все нормально. Солярка тоже вроде капает нормально. Ну, 10 градусов. Сейчас вот снежок пошел, еще, наверное, теплее будет. Температуры нет в тракторе. Ну, 40 там поднялась. Хотя кордонка радиатора закрыта нормально, хорошо. Ничего. Ничего страшного. Короче, почистилось. Вот так это все дело. Не знаю, вам, наверное, сейчас плоховато будет видно. Денек пасмурный. Потому что пошире, чтобы меньше снега было. Сейчас еще лопату опущу и проеду. Проеду, поеду домой. Поеду елку пилить. Елку пилить. Сейчас солярка вроде капает, ничего. Пенсии, посылки, бандероли.
доставляет радость от одного к другому. Письма. Там чистить-то нечего. Бушует. У нас и так тут парковка целая. Кричишь? Шкуру от быка выкинул? Шкуру от быка сложили, думал сдать. Ну, может, еще приедут. Что-нибудь. Может, еще приедут. Короче, сложили. Ты лежат. Не говори, что ты выкидываешь. Не выкидываю. Сейчас объезжаю, берем пилу и едем пилить елку. Кто пил? Вы. Я не пила. Двери поставим. И сказал, поехали. Сейчас пилу заведу. Попробуй, а то поедешь туда, блин, она вдруг тебе не заработает. Ты топор бери, будем топором. Или двухручку. Двухручку. Ленивые. Двухручку. Дружба 2 называется.
Ты мне, я тебе. Да, он согласен. Согласна. Тебя не возьмем в лес. Там страшно. Да, ты дом-то боишься. А еще и в лес. Ух ты такой, ух ты такая. Сейчас найдем дерево, где привязать его. Да? Ты меня под какую елку посадишь? Ты сам выберешь себе. Ага. Ну хорошо. Раз сам. Что? Так далеко. Не найдут тебя тогда. Не ходи далеко. Как тебя найдут-то? Тут оно снимает. Да не это. А? Не это. Вот это? Вообще там было. Где? Ну расскажи, однажды в студеную зимнюю пору. Я ем в лесу выше. Был сильный мороз. Гляжу. Ну, хоть рядом. Это? Не, ну вот с этого боку, с того. Это рядом? Та сильно большая. Ну, не свалить, свалим, а это. Потом все равно отпилим там. Ну, ты же все равно все не будешь в этом. Конечно, нет. Ну, ладно. Выбрал какую? Выбрал. Хорошо. Он там поменьше, однако. Ствол. Потоньше. Тропа, зайчик. Да? Ну-ка. А ты откуда знаешь, что зайчик?
Вот сволочи натоптали. Вот белый снег видно, во, видно маленько. И туда пошли. Слушай, у них норы есть, нет? У зайцев. Тут они... Где спят? В снегу? Зайчат выводят в норы. Так они летом их выводят или зимой? Правда, зайчи вот? Как треугольнички такие. Вот след. Вот он там петлял, пошел. Тут все истоптано. Тут зайцы хороводы водят. О! Ну, теперь остается погрузить. И вот она нарядная к Степановне пришла. И много-много. Надо было тебя в лесу оставить. Короче, запрыгнул я в трактор, не стал оставаться и уехал. Правда, она тоже запрыгнула. Температура. Температура вот такая вот. Давление масла однерку. Ну, стоит на холостых. Все, елку привезли, срубили. В ближайшие дни. Привезем, отвезем, поставим. Почему сразу не отвезли? Потому что еще рано ставить. Заезжаю, сливаю воду. И все. Ну все, ребята, трактор стоит дома. Сейчас сливаю, спускаю воду. И все. Вы мне кто-то писал как-то в одном из комментариев, что чё, мол, ты сливаешь воду, что зальешь весь гараж. А, короче, там гараж весь не зальешь, потому что там это сделано, канавки сделаны, и она все стекает потом. Где все там канавки, песок? За пределы, ну, то есть в песке канавки сделаны. Аккумулятор снимаем тоже. Ну все закрывали. Зимняя солярка. Закрой! Летняя солярка справилась замечательно со своим заданием. Ну, тепло стало, и сейчас снежок пошел, потеплело значительно. Потеплело значительно. Ну, нормально, хорошо. Вон вот она. Так и живу. Открой, закрой, поднеси, унеси. Ну.
Не говори, бабья наша доля. Песни не поют. Она без гармошки поет. Что такое? Бегать надо. Бегать надо. Бегать надо. Ну иди, все. Иди бегать. Все, друзья, на этом все. Пишите свои комментарии. Мне, мне интересно узнать, где вы елку берете. Кто-то ставит искусственную, кто-то, может быть, покупает где-то. А мы в лесу. Да, все равно там когда-нибудь придет время, и эти поля будут разрабатывать. Все равно их уничтожать, вырезать будут эти елки. Так что, как-то не хотелось защитникам зеленых. А жизнь такая. Такая собака.